В этом году питомцы одесского зоопарка порадовали сотрудников и посетителей большим количеством малышей. Сейчас в экспозициях можно понаблюдать за маленькими зеброй, скунсом, бакланом, верблюжонком, косулями, ламами, мунжаками и другими животными. Клички для них всех придумывали юные посетители зоопарка. Поскольку таких детенышей у нас в 2013 году уже намного больше, чем в прошлом, мы имеем возможность очень много детей объявить победителями. Да? Каждый звереныш получает свое имя, и конкретный ребенок это имя придумал, и конкретный ребенок уже становится призером конкурса, получает приз и может уже чувствовать себя приобщенным к какому-то вот такому делу, как работа зоопарка. И это, конечно, дети приходят от этого в восторг. Традиционный экологический праздник «День малышей» прошел в стиле «Книги джунглей» с участием известных персонажей. Маленькие посетители зоопарка принимали участие в увлекательных играх и конкурсах. Дети спасали черепах от жары и демонстрировали свои знания в викторине о животных. Интересные рассказы про слонов и про медведей и про всех детей, как их называют. Развиваются дети многое узнают, многое очень интересного узнают вообще. Это столько эмоций, столько воображения. Конкурс имен для малышей в одесском зоопарке проходит в третий раз. Ребята ждут его и готовятся заранее. Чтобы поучаствовать в конкурсе, достаточно было отправить свое предложение на электронную почту зоопарка или написать на специально заготовленных листках бумаги, развешанных возле вольеров с малышами, в течение недели перед праздником. Авторов имен победителей ждала награда – подарочные сертификаты на семейное посещение зоопарка. Нам приятно, что мы попали на этот конкурс. Замечательно, дети довольны. Это участие в жизни города. Больше для детей, да? Сначала это животные, потом это еще какая-то часть жизни, да? То есть это хорошо, да? Нормально, конечно, для детей есть что посмотреть, интересно. Мы частые гости, мы живем здесь, поэтому для нас не новость. Мы все как бы как дома. На празднике подведены итоги конкурса «Фотоохота». Все победители получили оригинальные призы. Я участвовала в фотоохота. А для чего ты участвовала в фотоохоте? Чтобы всем показать, какие есть животные в мире и какие они красивые. Потому что есть такие дети, которые ненавидят даже животных. Да. А ты как животных относишься? Мне очень хорошо, что я люблю животных. Кульминацией торжества стало кормление питомцев зоопарка. Все могли понаблюдать, как арбузами лакомились медведи, тигры и слониха, а мясом – львицы. И уже по традиции, в полдень каждого дня самая крупная обитательница зоопарка – слониха Венди – принимает водные процедуры. Мне нравится, как здесь красиво, что родились дети все, и как моют слона. Мы сегодня придумали имена, но я не знала, что... Ну, я просто пришла с семьей в зоопарк. Мы в следующий раз, в следующем году, хотим поучаствовать в этом. Мы вообще не ожидали, что вот будет этот праздник. Мы не знали, что... Это, думали, что ничего этого нету. А когда пришли, так удивились, это очень хорошо придумали. Да. Понравилось. Мне особенно понравилось, как кормили медведей. Они их арбузами прямо в клетку ложили. Они так это смешно их ели. В общем, мне очень сегодня все понравилось. В прошлом году в зоопарке родился 31 детеныш, а за первые полгода 2013 года малышей уже 34. И это еще не все. Ожидается пополнение у львов и леопардов. А в свой срок вылупятся из яиц змеи и маленькие черепахи. Коллекция зоопарка продолжает расти, пополняясь маленькими обитателями. Они забавные, нежные, ласковые, доверчивые. Дарья Сидоровская, Олег Шпак, Новая Одесса.